Омском музее имени Врубеля появляются экспонаты, которые можно трогать руками. Перед вами 3D-модель картины Ивана Константиновича Айвазовского «Набережная восточного города». Как на ощупь? Море мокрое, да, небо шершавое. Корабли потрогайте, прямо поводите пальчиками. Поводите по ним пальчиками. Корабли с парусами. Сейчас такие корабли уже не ходят по воде. К нам в музей поступила вторая рельефная, трехмерная картина, объемная картина. Сделали ее люди, которые до этого с искусством, наверное, ни разу не работали. Работали они в основном с серьезными промышленниками, с людьми, которые занимаются обычным производством чего-то такого очень глобального. И тут мы пришли к ним, музейщики, и попросили для них сделать объемную картину, потому что здесь мне нужно говорить просто о сложном. Когда я показываю Айвазовского и говорю, вот это великий художник, который прекрасно рисовал море, конечно, хочется к этому морю прикоснуться. Здесь мы даем такую возможность. Подбирались материалы, которые на ощупь закрытыми глазами очень напоминают то, что изображено. И если мы трогаем море, оно на ощупь прохладное, скользкое, гладкое, да, и очень-очень напоминает воду. Камни мостовой также напоминают настоящий камень. Ну и, конечно, здесь есть фигура самого художника, человека, которому, наверное, хочется прикоснуться больше всего.